дубы-колдуны. Всем привет! Погода в Нижнеудинске, Восточный Сибирь. Он не подходит, раньше задирался, сейчас поумнел. Пойдем. Пойдем. Ну что, у нас так прям хорошо, прям такая прямо летняя прохлада, можно сказать. Мы раздеты, одеты по-летнему, вернее, не раздеты, а одеты по-летнему. Да пойдем, оставь ты его, он все равно не подойдет к тебе, пошли. О, тихо, стекло. Дубы колдуны. Вот это дерево было гроздями усыпано, все. Ободрали дети уже. Вообще просто усыпано. Я его как-то фотографировала, усыпано. Ой, ярышник, пойдем. Все поободрано, даже листья покоцаны. Надеюсь, с вересельком что-то останется. В этом году хороший такой урожай боярки. Пойдем. Шпанята в садике бегают. Кошак увидел малышей. Быстро на клюн забрался. Ай, шарики. В воздушном шарике. Это что? А, это ранетка. Ранетку. Мелкая райская яблочка, оно когда морозом стукнет, вкусное, вообще просто необыкновенное. Всем хорошего, доброго дня, благодати, радости, бытия и счастья. Друзья, как вам понравилась моя мудрая сова? Заходите на детство, на солнечный одуванчик со своими детишками, и у вас всегда будет прекрасное настроение. Всего хорошего, до встречи, Стасенький. Чао, какао, пока-пока.